If you want to do a survey in Essentuki or any part of the world, many people would say they don't believe in this soul. Если провести опрос в Синдуках или в любом другом месте мира, большинство людей скажут, многие люди скажут, что они не верят в существование души. They don't believe the soul is eternal. Или не верят в то, что душа вечна. Of course, the good news is that these days more people are believing in reincarnation. Хорошая новость в том, что сейчас все больше и больше людей начинают верить в реинкарнацию. So, why is it that people don't want to believe nature of the soul is eternal? Почему люди не хотят верить в то, что душа вечна? Why? Почему? Боятся. They're afraid. The moment they realize the soul is eternal, then they'll understand, yes, I'm going to get punished for my wrong deeds. Просто дело в том, что как только они признают, что душа вечна, им придется принять тот факт, что за все их поступки им придется отвечать. The fact that the soul is eternal is also supported in other scriptures, especially the Bible. И вот это утверждение о вечности души поддерживается и в других священных писаниях, особенно в Библии. The Bible says, what should I do? You know, gain the whole world, but suffer the loss of eternal soul. Как, например, в Библии говорится, какой прок, если я обрету весь мир, но потеряю свою вечную душу?